если я всегда такая позитивная, это получается, что ну, я никогда не нахожусь в другой стороне себя, я не знаю, как это сказать. Вот. И получается, что если я всегда такая позитивная, то получается, что я только вдыхаю, и про выдохи тоже не надо забывать. Иногда нужно быть какой-то другой. Ну или как-то так, ну, надо подумать. Ну, потом поразмышляю, подумаю над этой темой. Проявляется на сцене или просто когда я танцую на тренировках.